В Якутии за 10 месяцев этого года сохраняется положительный индекс промышленного производства. Такие данные опубликовал территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Наибольший вклад в сохранение позитивной динамики в экономике сегодня вносят добывающие отрасли, угольная и нефтегазовая. По предварительным данным мониторинга ИПП за январь-октябрь составляет 100,4% к аналогичному периоду прошлого года. Уровень индекса промпроизводства в октябре на 3% ниже показателя в сентябре 2016 года, но это снижение в основном обусловлено плановым сокращением добычи технических и ювелирных алмазов предприятиями группы акционерной компании «Алроса».